Вот уже неделю в Витебске царит по-настоящему праздничная атмосфера. Каждый фестивальный день дарит гостям и жителям города заряд бодрости, позитива и массу незабываемых впечатлений. В эти дни на небосклоне Славянского базара горят самые яркие звезды. В международном пресс-центре жарко как никогда. Итальянский тенор с мировым именем Алессандро Сафина разжигает интерес журналистов своим темпераментом и неиссякаемым обаянием. Своей энергетикой и неповторимым голосом итальянец покорил сердца миллионов поклонниц. К его творчеству неравнодушна даже сама английская королева, а журнал People включает Алессандро Сафина в число самых красивых людей мира. Да, меня причислили 20 лет назад. У меня черные волосы тогда были. Алессандро Сафина не читает сплетни в интернете и не смотрит сериалы. На протяжении многих лет певец полностью отдается музыке, работа над альбомами и бесконечные гастроли. Кстати, в Беларусь певец приехал впервые и уже получил не одно предложение выступить с сольным концертом. В декабре Алессандро Сафина обещает приехать в Минск и еще раз спеть для белорусской публики. На сцене летнего амфитеатра участники 21-го международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2012». Во второй день программы конкурсанты представили на суд жюри эстрадные песни композиторов славянских стран на одном из славянских языков. Подбадривали участников ведущие Ольга Рыжикова и Денис Дудинский. Ведущие болеют за хорошую организацию фестиваля. Мы не имеем права за кого-то болеть. Отлично. Оно обязано быть отличным настроением. У ведущих, да. Если у ведущих будет плохое настроение, это же передается и зрительный зал, и всем тем, кто за кулисы. Оно может быть и плохое. Мы же не знаем. И никогда и не узнаете. Луселия Ралдан покорила зрителей своим искренним пением. На сцене летнего амфитеатра конкурсантка из Кубы исполнила песню на белорусском языке «Васильковое небо». В каждом номере своя изюминка. Все конкурсанты выкладываются на полную. Я посылала письмо «Молитва Марии Шалимович», но оказалось, что ее послал еще несколько участников. А так как мое письмо пришло последним, пришлось за один день поменять песню и перебрав все варианты, опять же таки высылали другие песни, но они тоже уже исполняются на этом концерте. И я решила исполнить «Бог похож на сон». Эта песня, вторую жизнь для меня подарила этой песне Лара Фабиан, исполнение Лары Фабиан. Все очень хорошо, дружественная обстановка, мы друг друга поддерживаем, болеем друг за друга. Я очень волнуюсь до сих пор, потому что эта песня очень такая, думаю, она очень по всему, по большому, очень богатая песня. У каждого это что-то другое. Потому что, как мы помним, что-то из истории, что-то про любви, большого и сильного любви. И как я могу вам сказать, у меня тоже была единственная одна любовь. И поэтому, может быть, я так волновалась, потому что эту песню пела вот об этом. В этом году на конкурсе молодых исполнителей нашу страну представил Евгений Славич. В первый день белорус набрал 88 баллов. Песня второго конкурсного дня принесла Евгению 95 баллов. Не в лидерах, но своим выступлением доволен. Вы знаете, значит, есть над чем работать. Я считаю, что судьи были объективны в своих оценках. Значит, во мне что-то не так, что я должен изменить. Вот и все. Все очень просто.
участник из Македонии Бобан Майсовски очаровал жюри и зрителей своим необычайно красивым и сильным голосом. Песня, которую молодой исполнитель подарил публике во второй конкурсный день, принесла артисту 106 баллов. Итог – лидирующая позиция. Абсолютно все великолепны. Всего на 2 балла меньше оказалось в копилке у исполнительницы из Латвии Саманты Тины. Также в число лучших вошли итальянка Федерика Маринари с песней «Поздно» и участница из Болгарии Славина Калканджиева. На площади Победы звучат только самые зажигательные песни. В фестивальный город приехали звезды российского шоу-бизнеса. Песнями о лете и любви разогревала публику на танцполе королева русского R&B Бьянка. Кстати, популярная певица родом из Белоруссии, сейчас живет в Москве и на родину приезжает нечасто. Многочисленные концерты, запись новых песен и съемки клипов на первом месте. Ну, я-то москвичкой себя считаю, конечно, потому что я уже 2 года живу в Москве. Когда жила в Киеве, я считалась киевлянкой, но при этом, при всем, я, естественно, как бы... пропагандирую, говорю везде и ощущаю белорусские корни. И я очень благодарна Белоруссии, своей семье, тем людям, которые росли со мной, которые учились со мной в учебных заведениях и которые, так сказать, воспитали меня. Группа «Плазма» известна своими песнями на английском языке. Их любят в России и за рубежом. Знакомство с Белоруссией начинало с Минска. В Витебске до этого не выступали ни разу. Вообще Беларусь на меня, например, производит очень светлое, позитивное впечатление. И сегодня еще одно тому подтверждение. Блюда белорусской кухни, драники, клёцки пробовали? А как же, уже в поезде. Пока мы ехали сюда, поезд был белорусский, и драники я заточил прямо от всей души. Солистки группы «Рефлекс» всегда выглядят эффектно. Они уже давно заводят публику своими откровенными нарядами и песнями, гордятся цветом своих волос и, кстати, ни капельки не обижаются на анекдоты. Одна блондинка, другой рассказывает, говорит, ты знаешь, куда девается свет, когда мы нажимаем клавишу? Не знаю, выключается. Нет, он прячется. Куда? Пойдем покажу. Открывает дверцу холодильника. Вот он! В следующих выпусках «Дневников славянского базара» вы узнаете, чем удивлял зрителей Сергей Пенкин, какие секреты открыл журналистам Лев Ещенко и почему у Лолиты нет комплексов. Только самое интересное ежедневно в 19:30 на телеканале «Саммит Плюс ТВ».